Всем привет, с вами Пенни Пресс. И настало время объявить быстрый розыгрыш, который состоится у нас уже завтра. А как ты догадался, в розыгрыше будет принимать участие вот этот вот шикарный Star Trek Desert Eagle. Причем он прямо с завода. Что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе? Если ты мой постоянный подписчик, и ты уже со мной от одной недели и более, если ты лайкаешь мои видео и в состоянии написать комментарий из 5 слов, то ты можешь принять участие в розыгрыше. В общем, лайкаешь этот видос, пишешь комментарий из 5 слов, и завтра ты забираешь скин. Возможно, если выиграешь. Ну а я залетаю на сайт, где сегодня буду крутить, открывать кейсы. И это будет кейс батл. Пополнил сегодня 6 сотен с промокодом. 6 сотен с промокодом. И вот думаю, какие бы кейсики открыть. Для разогрева, да, для старта. Ну, для старта что? У меня есть 2 бесплатных. Вот давай мы их крутанем. Посмотрим, что выпадет. Ну, скин выпал, баланс не плюсанулся. Значит, скин какой-то. Лунная ночь. Ну, у меня такой лунная ночь есть за 2 сотки, да, был. А здесь какой-то он за 29. Ой, нет. Ой, ебать. Куда ты полез-то с таким балансом? Один раз и минус. Один раз и минус там, да, и все. О, полтос пролетел. Полтос. Слушай, давай мы тогда что сделаем? Мы тогда тебя все-таки откроем один разок, посмотрим, как что будет. Ну, здесь, короче, единственный скин, который не окупает, это изумрудные завитки. И «Здравствуй, калаш» называется. Открытие называется «Здравствуй, калаш». Вот, кто бы сомневался, да? 332 рубля. Ну, нормально. Так, 332 рубля есть. Теперь что мы сделаем? Один зеленый амонги, розовый. Так, нет, мы сейчас сделаем следующее. Мы сейчас залетаем прям, где сильверы. По традиции в сильверы. Открываем на все по-бырому сильверов. На все открываемся. О! Разыгрываю бронзовую декорацию и выпало, да? Но только за другие деньги. Ветеран. Ого! Пороховой дым. Тудым-сюдым, да? Слушай, а так-то нормально вроде дает. Ну, кроме вот этих вот. Нормально, да. Так, и что у нас по бабкам? 588. Ну, все равно не дотянул. Не дотянул. Не дотянул, да? Так, давай мы сделаем контракт из того, что тут меньше 10 рублей. Меньше 10 рублей. Посмотрим, что выпадет. На 80 рублей можно что-то вытянуть, да? А мы вытянули на 20. Отлично. Мы вытянули на 20 и теперь летим в апгрейды. Ну, а теперь летим просто в апгрейды и ловим 10% апгрейд. Смотрим, как нам повезет. Как нам повезет. Цена желаемого предмета изменилась. А, изменилась, да, уже. Ну ладно. Надеюсь, ты хоть не изменилась. Ты хоть не изменился. Нет, по-моему, это минус там, да? Давай на 12% тебя попробуем поймать. Тоже минус. Так, теперь ставим 2 сотки. 2 сотки. Не, мне надо хотя бы свои забрать. Свое забрать, да? Потому что калаш. Молохит. Молохит. Оп. Ну и чтоб. Нет, это нет. Ты. А ты можешь зайти, да? Если б захотел. Так, теперь ставим. 3 сотни ставим. Уже 3 сотни. Ставочки растут, да? 3 сотни ставим. Ставим 3 сотни и пытаем. Ой, блядь, я ебучий малахит опять сделал. Ну, даже он не заходит. За 3 сотни что надо было выбрать. Что ты? Выбрал-то какую-то балду. Но. Кейс батл. Не дури, сука. Дай мне, дай скин, скотина. 4 сотки. 4 сотки. Давай. Шелкунчик у меня есть. Давай кровавый кварц. Давай кровавый кварц по 10%. Давай. Нет, не хочешь, да? И тебя. Ну что ты, гад? Ну, будь же ты человеком. Нет, хер с тобой. Так, давай тогда мы делаем это вот так. Продаем. Продаем. Залетаем сейчас мы в амонги и смотрим, кто же из них круче. Кто же из амонгов самый, что ни на есть, крутой амонг. Ну, этот уже как минимум не крутой. Хрен голландский, да?
Так, а ты вроде купил, да? Тоже нет, ёб твою мать. Ух, хамонги, так у вас, среди вас крутых-то и нету. Что ж, горячечные грезы. 48. А, это СГшка. Охренеть вообще. Слушай, ну вообще шляпа полнейшая, да? Шляпень. Нага. 103. Ну, хоть что-то, да? Хоть что-то. Ну-ка, саса. С аса что выпадет? Но нейронная сеть. Несерьезно, да? Несерьезно. 233. Desert Eagle Naga. Так, давай мы продадим вас. Ну, как бы, не знаю. Просто открываю. Выиграю. Я хочу, знаешь, что открыть? Эти Angry Red. Angry Red. Вот они. Angry Red. На все, что есть, откроем, посмотрим. Чем радуют. А, это выживший. Так, еще разок. Давай. Что-то прям кейс батл рулит, хотел сказать. Ага. Рубит. Кейс батл рубит. Прям жестко рубит. Красный. Первый окуп. Первый окуп. С Angry Red. Ну, второй окуп, да? Два раза окуп. Так, давай мы самое дешевое продаем. Самое дешевое. 167 на балансе. Вот. И как превратить? 6 сотен, да? 167. Главное начать с ножевого кейса. Запомните, ребята. Главное начать с ножевого кейса. И тогда у вас все получится. Тогда все получится. Так, давай мы тогда делаем так. 191. Мы это все продаем. Мы это все продаем. А мы сейчас, блять, какие будут еще? Бентли, Шментли. Вас нет. Тут нет. Так, 191. Что тут? Так, Global, Элита. Нет. Короче, давай мы открываем. А быстро. Дым сюда. Смотрим, что будет. Капилляры 27 стоят рублей. Серьезно? Еще на несколько есть. Так. Но. Все открыли. Сколько? 244 нафармили. Хорошо. Так, контракты. Контракты, говорю. Ну что ж ты такой-то тупенький такие с батл. Но 21. Не хочешь ни в какую, да? Ни в какую не хочешь, ни в какую не хочешь. Так. Па-па-па-пам. Давай апгрейды. Только сейчас мы будем наглеть, ребята. Только сейчас я буду наглеть, и я буду ловить 5% апгрейд. Так, 10. Ну, давай на 2 сотки. Я буду ловить 5% апгрейд. Да и похеру, да? Поразвлекаемся, чё? Поразвлекаемся. Смотрим, какие шансы. Нет. Хотя нет, ну, тут как бы не 5, тут 8%. Ну, думаю, это не столь важно, да? В нашем. А тут почти 10. А тут почти 10. Вот так вот. Ну, здесь шансы роли не играют, потому что он все равно ничего не дает. Так, 4 сотки ставим. И раз, два, три. Ну, думаю, 3 скинчика можно на 4 сотки, да. Попытаться забрать. Да? Вот, давай тебя. Давай тебя. Как раз 5.48 шанс. Хороший. Хороший шанс. Почему бы не пытаться, да? Прям великолепный шанс 5%. Почему бы не попытаться? 6 уже процентов. Но. Ах ты ж. Так, теперь мы меняем на 520 уже все. Тут 520. Что вы думали? Я дальше что-то буду? Не, ни хрена. Меняем. Так, минус. Найс. Но, ой, найс, блядь, хуяйс. Залупень. Сколько? Ну, тут и на 10 бы не залетело, поэтому. Так, давай 6 сотен ставим. 6. 6. Ну, давай вот 650 ставим и
Ловим два скина на 650. Вот пусть будет эта механа пушка. Как раз 5%. И все. И сливаемся. И сливаемся, да. Давай еще тебя. И усо. О, лаганул прямо вот здесь, да. Все, все, вот так. Вот так вот мы, короче, слили 6 сотен, да. На живые кейсы. Короче, ребята, пиздуйте на живые кейсы. Не играйтесь с ними, короче, вот. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И, конечно же, принимайте участие в розыгрыше, который у меня проходит. Всем пока и до новых встреч.